И всем привет, с вами Вэйчсусин. Продолжаем играть в игрушку Биошок, первую часть. На чем мы остановились? Мы убили бешеного хирурга, собрали у него экстренный ключ. И, собственно, у нас затопило путь назад. Ну, все как всегда. Хорошим это ничем бы и не закончилось. Вот и малышка. Твой шанс получить немного адама. Где вот эта малышка? Малышка. Ау. Ау. Только ты и я. И досыта вкуснейшего адама. Держись от нее подальше. Успокойтесь, доктор. Ему просто нужно немного адама. От нее я разговариваю. Я Гордон Фримен. Все в порядке, парень. Это не ребенок. Уже нет. Доктор Тененбаум позаботилась об этом. Не причиняйте ей вреда. У вас что, нет сердца? Славная... Нет у меня сердца, иди нахер. Упыря, который сам же этих тварей и сотворил. Взяли. Тем более у меня нет сердца. Ты мой дробовик. В это. Слушай меня, парень. Тебе не выжить без адама, который производят эти создания. Ты что, готов променять свою жизнь и жизнь моей жены и ребенка на этих монстров, Тененбаум? Вот. Есть другой способ. Используйте это. Избавьте их от мучений. Я вас отблагодарю, так или иначе. Привет, малышка. Что-то... Определитесь, собираетесь вы делать... Сбор с маленьких сестричек или спасать их. Когда вы делаете сбор, вы получаете максимум адама, который необходим для обмена на плазмиды. Однако сестричка в результате этой процедуры погибнет. Когда вы спасаете сестричку, вы получаете меньше адама. Но в этом случае Тененбаум дает вам награду. Тененбаум. Что тут у тебя, сигареты? Дай хоть закурить. Блин, зря я закурил. Сейчас, подожди, я нажрусь хорошенько и подумаю. Блин, какой сложный выбор. Вроде чудовище какое-то, и убивать неохота. Собрать, убить, собрать, убить. Ладно, хер с ним. Черт с тобой. Хоть она уже и не девочка, но не могу ее убивать. Что ты говоришь? Путь праведных не всегда прост, верно? Но со временем награда появится. Прояви терпение. Давай, пока. Не убивай же если тебя. Если тебе на пути попадется одна помочь? Из машин сад сборщиков, не забудь взять себе еще плазмидов. Конечно, если цена не покажется слишком высокой. Давай, удачи. Твою мать! Какой ужас! Я ни хера не понял. Ну ладно. Опа-па-па-па. Цена большая, говоришь. Чё прибавляет вам Евы? Я что-то мало что понимаю, если честно. Улучшение Ева. Увеличить свой максимум. Ева канал.
Аптечка-то... А, то есть помимо лечения я еще и... Вот оно как. Вот оно. Вот эти вот два точно надо. Понятно. Вот это вот мне не надо. А вот Ева-канал. Сделайте аптечку эффективнее с помощью Ева-канала. Этот новый революционный генотоник помогает вашему телу производить Еву всякий раз, как вы используете аптечку. Вы выбрали свой первый физический тоник. Физические тоники делают вас крепче и сильнее. Они применяются отдельно от плазмидов и других видов тоников. У меня слов нету. Сколько этих видов тоников-то, блин? Так, секунду, я сейчас на паузу иду, посмотрю, где можно это вообще глянуть. Так, я и не понял, как это делается. Может, на буквочку М мы что-нибудь найдем? Чрезвычайно голову, стоп. Блин, и это мы не нашли. Ладно, хер с ним. Пошли дальше. Теперь хоть с Евой будет попроще. Броневой. И не можете что-то нести, я не могу больше. А, револьверный патрон, видно, все. Уже под завязку. Ладно, давайте их потратим. Ни хера не понял. Я вернулся, что ли? Вы что, издеваетесь? Просто, но у тебя нет другого способа добраться до сестричек и их Адама. Чтобы получить интернет, вы должны разобраться с большим папочкой. Привет! Что ли? Бронебойные? Ну чё? Твою мать. Ёп. За ногу, а? Бегай ты быстрее, говна кусок. Бронебойные не действуют. Это дерьмо не работает. Может закоротить это говно? Твою мать, выгляни откуда-нибудь уже. Все, ты успокоился? Надеюсь. Хераси, разберитесь. Как с этим говном разобраться-то, а? Мать твою, как же ты больно бьешь-то, а? Сволочь! Я тебе припомню. Ну, давай иди сюда. В говно. Ах ты скотина. Насмерть сразу, охренеть. Это слишком жестоко. Что такое, Мэри? Неважно, выглядишь. Голова кружится, подташнивает, а временами вижу то, что на самом деле нет.
Да иди ты нахер! До меня тут какое-то говно добраться хочет побольше, нежели твой Райан. Твою мать! Твою мать! Успокойся ты, говна кусок! Его реально хоть убить-то, нет? Ой, как хорошо, что ты заглючил, а. Перегрейся, пожалуйста, из этой сестрички. Твою мать. Наконец-то. Ну, здравствуй, сестричка. Я обосрался от твоего защитника, если честно. Это очень страшная хрень. А человечим мы тебя, что ли? Все? Давай, беги. Ну давай, 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 ползи. Ползи, ползи, ползи. Ай, молодец. Пока. Это было что-то с чем-то. Это схватка с большим папочкой. Ай, мать твою. Чё тут половина всё не взломана, а? Так. Сейчас подумаю. Чё, у меня 4-4? Давайте аптеку одну возьмем. Револьверку. У меня 40 есть? В смысле? Твою, я бродимойным по нему был, понятно. То есть револьвер у меня есть. Хорошо, тогда бронебойку надо. Хорошо, электрическую картечь. Вот так вот. Все. Отлично, F8. Так намного лучше. Мне бы тебя как-нибудь починить. Никак, что ли? Очень и очень жаль. Да ты задрал от меня сваливать. Иди сюда. Как нет картечи? Как нет картечи? Только электрическая? Мать твою, я забыл про обычную. Хорошо. Будем с обычной херачить всех. Да уж. Однако. Здравствуйте. Слышь? Огненный хрен. Куда стрелочка делась? Ага, вообще молодец.
Да сдохни ты, га... Я же за аптечку сожрал. Да, согласен, не вполне целесообразная трата аптечек. Ты сдох все-таки, да? Трупа нет. Сигнализация отключена. Благодарим за терпение. Не знаю, как тебе это удалось, но ты это сделал. Ну так охрен ли, у меня выбор был? Жду не дождусь, когда смогу пожать тебе руку. Руку. Жду не дождусь, чтобы эта рука у меня осталась целая. Прежде чем дойду до тебя. Что? Ура! Поехали нахер отсюда. Наконец-то. Угу, то есть еще улучшенный вариант плазмидов есть. Понятно? Какая нас ситуация встречает радужная. На этом участке мы не спасли и не обобрали ни одну маленькую сестричку. Вам нужен Адам, чтобы стать сильнее. Ни в коем случае не прибегайте к возможности получить Адам. Чё? А, не пренебрегайте. Не-не-не, ладно, я тут останусь. Тут очень живописно. Судя по началу. Жутко просто живописно. Великая цепь. Ну вот вы и имели удовольствие познакомиться с Эндрю Райном. Это он построил этот город, и он же его и разрушает. Никто точно не знает, что произошло. Может, он сошел с ума? Может, власть ударила в голову? Может, просто решил, что не любит людей? Как ни крути, но погибло много хорошего народа. Моя семья прячется на подводной лодке у рыбзавода Фонтейна. Там мы с тобой и встретимся. Слушай, а ты можешь прятаться где-нибудь ближе, а? А то мне вообще как-то не в прикол искать тебя. Это явно небольшой папочка. Плазмина девятого с энергией. И чё? И как? Щелкни, чтобы посмотреть ваши плазмиды. А, понятно. А купить? Физический один. Хорошо. Инженерный. Чё, у меня инженерный всего два, да? Хорошо. А это... Да хрен его знает. Блин, ладно. В принципе, тут все нас устраивает. Покупать особо ничего не надо. Сколько стоит картечь? 54, у нас всего не хватит. Ладно, пошли дальше. Пока немного пожмотим. Уже красиво. Надеюсь, это сестричка. Тянулся один день без инцидентов. Отлично. В прошлом году 4, в этом году 2. Тут это еще два инцидента как минимум плавает. Что там ползает у меня в саду?
Ничего тебе кажется. Твою мать, это опять ты. Не-не-не-не-не. Не надо электрическую. Давай обычную, она же живая. Надеюсь. Сюда ползает, сюда ползает. Я ползаю нахрен. А ты что тут делала? Когти свои оставил. Блин. Но дни летят, словно ветер. Да, наверное. Ой, мать твою, как точно чекану все от этих звуков. Не играйте в игры в 7-1. Ой, хорошо, за меня его убить. Ты успокоился там, нет? Хера тебя потрепали-то. Вообще никак. Ладно. Нам надо что-нибудь помощнее для борьбы с ним. Предыдущей папочке, я бы сказал, нам просто повезло. И, конечно, есть бронебойные патроны. Но, блин. Не все же на него спускать. Это что сейчас было, а? Ой. Ой. Иди сюда. А то. Турель больная. Кстати. Вот так вот. Что за баги такие? Ячейка плазмида. Плазмида дает вам невероятные способности. Чем больше у вас ячеек, тем больше вы сможете их использовать. Ну, это было очень логично. Знаете, приманка, которая отвлечет от вас внимание атакующих. Акустический удар. Ширят одушевлен, не одушевлен, примет обратно повышенной силой. Что-то всего так много. Радость хакера. Взрыватель машин. Давайте ячейку возьмем, а? Разряд в 1000 вольт остановит ваших врагов. Если противник стоит в воде, ему придется несладко. Это понятно. И вот эти непонятные плазмиды.
Вы получаете больше здоровья благодаря макс-закускам и повязкам. По единичке какие-то есть. Вот это вот. Вы кричите назад, и это не действует. Приятно подкрепить свое требование силы. Звуковой удар. Отшвырните противника прорывом ураганного ветра. Размажьте врага по стенке. Как позитивно. Боевой в современном автоматизированном мире. Против вас могут выступить враги не из плоти и крови. Взрыватель машин дает вам средства борьбы с бронированным противником. Нахер я это купил? И как они отличаются вот между собой, просто интересно. Мишень вообще единичку стоила. Жопа с ручкой. Что это? Да. Просто охренеть, какой удар акустический. Ладно. F1. Так, все, надо револьвер юзать. Хорошо. Жаль, дальше. Что у нас тут есть? А фонариками вы здесь вообще не пользуетесь, да? Конвейер. Чёртова рыба. F8. Давайте попробуем взломать наш код, я не нашел. И зашибись. Дубль 2. Вот так вот. Знать бы, что нам это дало. Помимо Библии. Хороший аккумулятор. Новый вид боеприпасов. Взрывающийся. Как бы нам туда залезть, а? Картечь валяется. По-моему, никак. Хорошо. Поедемте дальше. Тьфу, блин, я думал, это крыса сидит в лапах, что-то держит. Ты откуда здесь взялся?
Хера себе рыб-то. Хоть рукой зачерпывай. Отлично. Все просто замечательно. Что тут есть? Чипсики, аптечки. Аптечки. Может, аптечки купить? Что у нас с аптечками? 4 штуки. Да, давайте купим аптечки. Спасибо за халяву. Ладно. Хорошо. Идем, значит, через верх. Не успели идти через верх. Идем. Быстро ищем через низ. Через низ, я сказал. Быстрее, быстрее соображай. Думай, 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 думай. Пошли наверх. Пошли наверх. Нет, наверх мы не пойдем. Мы откроем еще что-нибудь. Мы пойдем под углом. Мы пойдем вот так вот. Хорошо. Дальше мы идем. Мы идем наверх. Отлично. Наверх, наверх. И вот так вот. Замечательно. Теперь халявные аптеки у нас есть. Помимо этого, патрон для автомата не надо. Ладно, две аптеки лучше куплю. Живее буду. Куда это ведет? Кто может осуждать женщину? Никто, я пошел отсюда. Иди нахер. У меня там еще много невыполненных дел. Как ты меня пугаешь. Угу. То есть их 4 штуки, понятно. Это у меня нету. Как ее получить вообще, блин? Что это физически? Тоник инженерный. Вроде не прибавляется вода. Женщина нахрен разнообразие захотела. Нихера себе. То есть даже так, да? То есть вы детей записывали в этот пансион сестой, приют сестричек. Охереть вы, уроды. Да, иди на. Так, что у нас есть? Бронебойка, электрическая картечь. Я просто понять не могу, блин. Я с той стороны был или нет? Был или нет?
станция обойти сферы. Блин, был походу. Тогда мне надо сзади его обойти. Потому что там стоит папочка, которого я, возможно, смогу убить с помощью пулемета-то, да? Я надеюсь. Точнее, он там не стоит, он там ходит. Но в одного мне его точно не подбить. Да ведь? Это ты по мне стреляешь? А? Это ваш еще один турель. Ладно, F8. Сейчас попробуем спуститься. И... Стой, говна, кусок! Как тебя закоротить-то? Да, ладно, хорошо. На этом мы серию закончим. В общем, закоротить ее, видимо, можно только электричеством. Ладно, хорошо. На этом серию закончим, как я уже сказал. С вами был Вячеслав Син. Всем спасибо за просмотр и всем пока!